Класс. Слушай, фотку даже обрабатывать не надо. Да, правильно говорит слэш. Какое имя, интересно? Он что, румын? Это никнейм. И фамилия какая красивая. Я думала, ты реально за меня переживаешь, а ты только беспокоишься о себе. Машенька, все хорошо, правильно выговаривайся, только целься при этом не в меня, а вон в стаканчик. Она крашена так, как будто вы собираетесь идти на концерт. Выступать. Да это просто Кристина кучу пробников притащила, не знали, куда деть. Ну что, как сходили, что смотрели? На кассы посмотрели, на попкорн посмотрели, а «Страх в темноте» мы не посмотрели. Знаете, а чего время терять? Вызовите нам такси сегодня, а то зачем вам таких неблагодарных детей до завтра терпеть? Может, я тебе сразу десяток приведу, выберешь, с кем мне можно встречаться. Этот нравится? Или, может, этот? Маш, ну я же это для тебя сделал. А, ну тогда спасибо большое. Как же тебя отблагодарить? Может, этим? Так, все, отстань. Блин, Маш, твои предки на дачу как на войну собираются. И это на один день. Ты бы видела, как бабушку папу в командировку провожали. Маш, успокойся. Все, что не делается, все к лучшему. Что за ерунду ты несешь? Ба, ты что, реально не против? Да, конечно, моя дорогая, я не против. Бабушка тоже была молодой и все понимает. А это тебе. Вынесешь на помойку вместе с букетом. Мама мне разрешила остаться дома. Одной. Как одной? Ты же еще маленькая. Дедушка, спасибо, что не сдал. Да, проехали. Да уж, проехала. Ну, как тебе? Мне понравилось. Да? Интересно, что ж тебе тут понравилось? Пропухла очкарика. Ба, я не маленькая, мне уже 14. И мне больше не интересно собирать ягоды в огороде. Просто мне показалось, что это очень больно и выглядит так себе. Да и вообще, я этого хотела, пока вы мне запрещали. Так, Маша села и поколола себе язык. Крис, ты с моей бабушкой на даче не была. Пока всю рябину не соберу, домой не вернуться. А дедушка вообще соседку заставит обрывать. Давно мы с вами не хулиганили. Фукел! Да уж, походу пиццу придется заказывать. Что случилось? Галя в зеркало посмотрела. Какого? Дай сюда. Тихо, дай сюда. Дай сюда. Никакого телевизора. Кто болеет, телевизор не смотрит. Крутя! Такую вечеринку замутим, будет полный улет. Маша! Ты хоть знаешь, с кем я только что разговаривал по телефону? С кем? Да на какая тебе разница, ты все равно футбол не смотришь. Народ, шутер, песни по видео звонял. Ты буду куда? Папа, послушай, Маше рано водить машину. Мы с ней это делать уже пробовали. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Женщина женщину научить не может. Машунь, привет! Что делаете? Чем занимаетесь? Да так, болтаем. Так, Маша, чем раньше ты перейдешь к сути, тем меньше у мамы будет седых волос. Мам, я... Еще быстрее. Ба, спасибо, что прикрыла. Ты у меня самая лучшая. Дедуль, у меня получилось. Одно дело водить, другое дело учить. Вот твой папа ни того, ни другого не умеет. Ну давай, мам. Маша, ты опять нас обманула. Марш в свою клетку. Ой! На счастье. Мама зовет. Сказала, очень хочет с тобой поговорить. Если я не вернусь, то все игрушки завещаю вам. Это принцесса Китти. А почему она совсем без одежды? У нас такие картинки только... В учебниках по анатомии были. Привет. Пап, у меня к тебе просьба. На, подожди. На. Все, больше нет. Ну, спасибо большое, но я не про деньги. Маша, а почему плита включена? Я иду просто грела. Я что, разве не выключу? Я хочу проколоть себе язык. Маша давно хотела спросить, но боялась, что вы запретите. Пап, я рассталась с Денисом. Я больше не хочу с ним встречаться. Стоп, 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 Маша! Я, кажется, педали перепутала.